доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Ну чё, брателла, скажешь? Ну нормально, мы собираемся. Это не наше это. Это не наше, да? Рыбалка. А, рыбалка не наша, это. Так чё, наливай? А то я смотрю, нифига такое, пивко такое холодненькое с осетриной. С осетринкой? С осетринкой? Так нарезай, брателла, ты чё? А то это... Холодненько у вас, холодильничка. Чё тут не хапнуть? Давай себе тоже наливай. Сейчас попрём. Да. Все нормальные люди отдыхают. Мы тоже имеем право, да? О, к щеке. О, а щеку обжигает. Попробуй. Да? Да. Ну, сегодня, как всегда. Зацепило, это полезно, это цепляет. О, люди там уже ловят. Давай, братава. За рыбалку. Вот видите, уважаемые зрители. Вот видите, уважаемые зрители, если у нас уже пиво с рыбой, по традиции у рыбаков есть такое поверье, да, что на рыбалку с рыбой. Ни в коем случае. Ни в коем случае. За последние лет 15 первый раз такое. Да, но мы с Андрюхой ломаем все стереотипы, трескаем их об одно место. Зачетненький осетрик аж во рту тает такой. Ты где, брателла, так научился, а? Осетров ловить, а? Ну, кстати, сейчас идет вот здесь. Идет? Да, конечно, он сейчас на нерест идет. Он прямо вот в эту лужу заходит вот. Главное ночью здесь подождать. Терка, да? Да, у него терка вот здесь, короче, вот сетра. Он ночью, короче, как сюда зайдет, мы сразу же ему вход, главное, перекрываем и будем загонять его, понял, братала? Ты уже начал загонять. Да. Нафиг, я только кружечку еще не выпил уже. Уже погнал, блин. О, хорошо. О, кайф какой. Это икряная корюшка? О, нифига с икрой, дай мне с икрой, брателла. Ага. Во, как увидел икряную корюшку, сразу... О, пенная. О. Так это, расскажи хоть зрителям, что мы сегодня вообще собираемся делать. А то скажут, два брателлы выбрались чисто побухать. Рыбу ловить. Какую мы сегодня рыбу ловить будем? Что попадет. Что попадет, да? Ого, там туча какая, смотри. Ну, сейчас мы с тобой тут попадем. Не, это передавали. Сказали, что все нормально. Временные осадки могут. Небесная канцелярия сказала, что все окей. Ты сегодня что за блюз не вешаешь? Я космастер поставлю. Ты космастер, да, будешь? А что не Смит? Ну, у меня сейчас Смит, а он 14 грамм, не знаю. Он не прострелит по-любому. Вон у тебя и дам, он есть с мухой оперенной, и Смит он с мухой. Ну, у них вес, видишь. 14-18. Нифига, у тебя еще и не один Смит, у тебя два Смита белых. Пора у тебя отжимать их в обратку. То в прошлом году у меня отжал, теперь в обратку надо. Закинул изрядно корюшкой и осетриной с пивком. Сейчас мы с брателлой будем пытаться вставать на воду и, конечно, кого-нибудь поймать. Че, где они стоят, а? Тут стоят, да? Брателла. Ну нифига тут вода, смотри. Могу, куда струи дуют. Я вижу, да. Ну, куда разбой затягивать? Надо посмотреть струю сначала. Ну и прокидать там уже будет. Ну, а сейчас посмотрим струю, как она разбивается, чтобы встать. Блин, этот дождик, смотрю, нам вообще мазу портит. Вон, смотри, уже большой хиктир уже, вон весь уже в тумане там. Это... Не, я туда и хочу. Дерево. Хуже. Вот это я косяка второго на первом забросе после пива и осетрины.
Это надо, слышь, супердарш проводить. Видишь треугольник? Вот она прямо туда в остров ушла, прямо в глубину острова, короче, цикада. Я как понял, что... Я что-то, слышь, не рассчитал. Я поэтому начал вот кидать вот так, чтобы, ну... Пристреляться, да? Конечно. Да нет, ее сейчас, наверное, даже... А нет, что-то дергается. Да там шансов ее вытащить не будет. Нет, шансы-то будут, не будут, надо пробовать. Нифига я в пуле. Я сначала, мне кажется, точка идет такая, понял? Я такой думаю, идет, пора тормозить. Давай ж пулю тормозить. На, подержи, пожалуйста, спиннинг. Небоскребар. Небоскребар. Я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно. То теряю свой покой. В жизни бывает. Пускай. Такое бывает. Давай, выходи. Что ж, пуля вообще, блядь, залумы наши родные братья. На встречу дождю. Не унывайте, пацаны, не унывайте. Если вас вдруг на воде застал дождь, главное, не унывайте, пацаны, не унывайте. Ой-ой-ой, блин. Ты ж хотел рыбачить, иди рыбачь. Че, уже не хуй? О, брателла, салатик уже в органе, да? Что, наклеечки, да? Что-то сегодня у нас ничего не клюнуло. Погода крутит, дожди, все дела, но мы не унываем. Унывать это вообще не наша тема. Что у нас тут с мяском? До свидания, вам тоже удачи. Я думал, мы сегодня все-таки дернем какого-нибудь на ушицу. Придется тогда есть мясо, как лохам, понял? Ты подожди, не унывай. Мы еще сегодня просто дождь, погода, под вечер не успели толком половить. Да что я унываю? Просто, что нам унывать? Осетрина лежит. Вот нам надо было рыбу не брать. Да? Все-таки ж поверье. Ну ты подожди, мы завтра еще... Знаешь, завтра тюк... этот миф... Не разрушим, да? Не разрушим это все. Разрушение мифа. 15 лет не брал рыбу. О, подъехала к нам еще одна машина. Видите, какая мурная. С домиком, все дела, короче. Я тут катаюсь. Здорово, Димон. Привет. Я звонил. Вы трубки не брали.
Я туда сначала проехал, там, да? Там вот так вот. Че, миску будешь, у нас, видишь, на угольках теплится. Что, пиво или водку? Пиво, я тоже набрал, что-то пиво, Андрей. А это ты что за рыбу? А ты забрал на сегодня? Да? Осетрина. Тоже осетрина? Не, не забрал. Что-то у нас сегодня, слышишь, пипец, там осетрина, тут осетрина. А не, это калужатина. А, то калужатина, да? Ага. А тут у нас осетрина, короче. Нормально мы сегодня рыбачим, да? Да, что? По-пацанячьи. Не берите, мол, это, рыбу на рыбалку. Да. Будет не берите это, рыбу на рыбалку, берите только будет. Шашлыки, осетрину. Таблетки, тут калужатина, тут осетрина, я что-то не понимаю. Мы вообще хоть что-нибудь поймаем завтра? Да ничего, отдохнем, я вообще не знаю. Мне надо это, у меня мысль водомет проверить, я после последней поездки, блин, там, да? Ну, начал. Подуныл? Покаблучиваться, я вот его дома поковырял. Что, нашел где-то термостат стоит? Ну, да, справа сверху стоит. А? Это можно, в принципе, сделать на косе. Это, да? Это не полез. Он сверху, да, стоит? Угу. Ну и ты вскрыл, нашел там песок какой-то? Там камни такие. Забились камни, и он как бы открытый. А то есть он не закрывается, да? Да. Че, давайте накатим за то, что все мы здесь сегодня собрались. Сейчас, друзья. Ну, я Дима не ожидал. Это, кстати, это не часто такое бывает, это чтобы, позвонили, мы, чтобы, да? Мы втроем, да, собрались так. Ну, да, давно мы. Давно не собирались. Хорошо, что еще позвонили, да? Решили позвонить. Ну я уже туда проехал. Угу. Там народ стал, всю дорогу поперегородили. Я что, и залупался, можно было поскромнее встать. А ты туда дальше проскочил? Конечно. Это туда, вон они на заимке, видишь, там фейерверки же сегодня там стоят, смотрят. Я вот до туда доехал, напротив нас стоит. Ага. Ну я так и решил, думаю, ладно, если не найду, поеду где-нибудь на бережку, встану. А что нас не найти, мы здесь? Против. Сейчас мы идем к Диме смотреть, как модно сделал Дима свой фургончик. Ну, я скажу, я здесь очень большую это, кузовок. Руку это, при это приложил. Правильно, Дим? Ну не я, но мои работники. Не я, хорош, как ты мастер. Хорош? Сирии мы, видишь, я его один полы, выключил. Как он это постелил, видишь, материал такой. Оп. Оп. А ты тут так. Скамейку одну. А Дима как тут по-мордному сделал, раз. Купейный вагончик. Все? Проводник чаю. А стол сделал? А стол, вот он просто вот, да. Придавлен мотором. Ну вот можно показать на маленьком. О! Уже сломали. Защелкнулся просто до конца. Ага. Все. Ну, все. Видишь, у Димы тут теперь все по-модному. Ну и здесь третья полка можно положить. Да. Спица втроем. Ну и клапан такой есть еще. О! Специально для проветривания, да? Чтобы мошка не залетала. О! Все по-модному. Вообще супер, да? Спасибо большое. Да ладно, с этого мешка что-то. Да ладно уже. Ночь бы не спал бы. Все. У вас там нормально все? Да, все, все. Спасибо. Вот, наступило у нас утро следующего дня. Дождь шел всю ночь. Все какие палатки рядом стояли. Всех, короче, сбрило, короче, конкретно. Остались только мы. Ну вот, Дима накачивает лодку. Дождик нас не пугает, да, Димон? Конкретно мощно. Если уже приехали, надо рыбачить. Ну чё? А чё за фигня? Не знаю, ну выходишь, газом уполный, идёт, и он включает отсечку, и всё, и аварийная лампочка мигает. Так это, отсечка
Это типа максимальные обороты, что ли? Да не должен он их развивать. Что за отсечка? Не дает оборота. Это что-то в этом. Электроники, наверное. Так, от рыбалки мы не ушли, несмотря на дождик, да? Все равно мы покидаем. Что-то как-то нас несло не точно, да? Что, первая наша рыба? Спиннинг арки райс обловился. Да вроде так ничего, да? Что, будем забирать, Андрюш? Будем, конечно. Доказательство, что на рыбалке было, скажешь. Ну, а, наверное, на этот борт. Сейчас, подожди, мы его подизмотаем. Ох ты какой! Ух ты! Только за кольцо не бери, за рыбу, кольцо сработает. За голову его нахуй. Хопочки. Ну-ка. О, видишь? Значит, терки у него уже к нересту начинает. Тройник снимай. Давай, давай я сниму. Как-то он странно. Не за пасть, а сверху. Лупил он у нас традиционно на большой космастер с мухой. Вот. Значит, в дождь они тоже клюют. Рыбалка любит настойчивых. Несмотря на дождь и на все остальное, значит, они начинают выходить вот прямо из-под тех кустов. Ну-ка, что там у нас? На этот раз. На этот раз. Что-то маленькое. Махоньки. Ну вот, в действии киропрототип со Стеллой на цикаду. Ой, масипусенький. Масенький. Держи. Опять же, взялся. Вот такая вот цикада от Strike Pro с внутренними такими шариками, погремушками. Вот, дождик закончился, взял поверху. Вот, ну что, будем рыбачить дальше, попробуем. Когда-то же он должен. Вот, поплыли. Мы с Андреем на базу, на нашу, уже час дня. Что-то мы уже нарыбачились, да? Нарыбачились. Домой будем собираться. Там, по-моему, тоже. Да, что-то, какие твои мнения? Почему мы потерпели
такое фиаско. Так тогда тоже такая же большая была. Рано, наверное, да? Погода. Рановато, это плюс погода. Ты знаешь, плюс погода, ну. Потому что усердно очень все делали. Да, мы все усердно меняли постоянно. Прокидали. Ну вот, уважаемые, на этом наше видео заканчивается. Кому понравилось, ставьте палец вверх. До свидания, до новых встреч.